субботу, 18 марта, в Казанском федеральном университете состоялась лекция-лектория «Open History», посвященная году Лобачевского. В этот день перед слушателями выступила Ильяна Шакирова с темой «Николай Иванович Лобачевский, педагог и наставник» и директор Института математики и механики имени Лобачевского Максим Хромченков с лекцией Юрия Коноплева «Лобачевский и современная наука». Удивительно то, что великий математик и ректор Императорского Казанского университета стал для лекторов частью их жизни. Так Ильяна Шакирова в своей лекции опиралась на диссертационную работу, которую написала на основе исследований Казанской математической школы. Когда я поступила в аспирантуру, мне была предложена тема «Казанская математическая школа». И я занялась этой проблемой, я действительно жила 19 веком личности Лобачевского. Я изучала о том, кто были его учителя, как они готовили его к профессорской деятельности, как затем он стал преподавать достаточно рано, да, как его поддержали немецкие профессора. Стоит отметить, что подобные открытые встречи будут идти вплоть до 1 декабря. На них будет популярно рассказываться не только о гении самого ученого, его математических, физических и других талантах, но и о самых интересных загадках математики в целом. Лекции рассчитаны на самую разнообразную аудиторию, от старшеклассников до ученых, а представлять их будут именитые ученые математики не только Казани и России, но и даже стран зарубежья. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.